Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон» крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Шикарный красный «Мустанг» сегодня у нас в работе. Сразу же улетает в наш плейлист по спорткарам, где его поджидают другие такие же «Мустанги», «Доджи» и множество других спортивных тачек. И там мы с вами увидим, что в реальности владельцы этих автомобилей выбирают довольно скромные, простые варианты отделки салонов. Но в этом случае решили немножко проявить фантазии и перешили два ряда сидений с дверными вставками из эко-кожи в сочетании с двух довольно симпатичных, уютных, ярких цветов. Думаю, что он в такой машине будет действительно довольно комфортно в эмоциональном плане передвигаться. Сочетание темно-коричневого с таким вот рыже-карамельным, с контрастной ниткой, конечно, смотрится очень-очень уместно. Ну а за счет применения искусственной кожи уверены на 200%, что такой салон прослужит владельцу очень и очень долго. Машина, которая будет радовать глаз, открывая дверь, удаляясь от машины или подходя к ней, соответственно, будете всматриваться, приглядываться или оглядываться на машину, соответственно, все для того, чтобы получать удовольствие каждый день от своей тачки. Поскольку Мустанг, очевидно, машина для удовольствия, то и салон должен быть тоже для удовольствия. Тогда салон максимально дополняет само ощущение от владения соответствующим автомобилем. Конечно, для бордового или там красного салона можно использовать и более яркие мотивы. Я, возможно, предложил бы заменить еще и ленты ремней безопасности. Можно было бы вообще в красных цветах остаться. Но не все все-таки видят в Мустанге Феррари, поэтому яркие красные цвета, характерные для итальянских жеребцов, вроде Ламбо или Феррари, соответственно, сюда, ну, может быть, не очень хорошо подходят. Поэтому такой спокойный, очень такой по-русски уютный, симпатичный, теплый салон, который даже зимой будет радовать своего владельца. Ну, конечно, перфорация в центре сидений здесь не функциональна, хотя установка функции вентиляции, массажа, поясничной опоры, подогрева сидений, подогрева руля – это то, что мы делаем, в общем-то, постоянно. Ну, а эту машину, конечно, у нас чешутся руки сделать в еще большем объеме. Кто знает, когда-нибудь тот самый владелец спорткара американского производства найдет нас и скажет: «Парни, я смотрю на ваш плейлист и вижу, что в нем точно не хватает моей машины. Машины сделаны в гораздо большем объеме, гораздо более уютной, гораздо более спортивной. И я готов вам довериться. Кто знает, может быть, это ваш автомобиль. Ждем вас в гости». Добавлю, что на наш канал стоит подписаться, ведь мы постоянно выкладываем интересные свежие ролики, посвященные доработке, перетяжке, оснащению различных автомобилей, и демонстрируем вам не только результат, а зачастую еще и процессы. А для того, чтобы эти процессы наблюдать, стоит еще и взглянуть в описание к ролику. Там найдете ссылки для перехода в наши аккаунты в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и в TikTok. Там другой контент, познавательные, интересные статьи, исторические или помогающие владельцам правильно ухаживать, например, забивкой своего автомобиля. В историях в Инстаграме можно посмотреть, что и как мы делаем, фактически увидеть анонсы будущих роликов, которые выйдут на нашем канале. Ну и там же в описании вы найдете еще и ссылки для перехода в WhatsApp, а также прямой телефон для связи с нашим менеджером. Мы с радостью вас проконсультируем, ведь в самом ролике мы никогда не называем ни стоимость, ни ориентировочную или конкретную для соответствующего автомобиля. Просим нас понять и простить, как говорится, это политика нашей компании, и это не обсуждается. И последнее, я предлагаю всем, кому понравилась эта работа и вообще то, что мы делаем, лайкнуть это видео и оставить несколько комментариев. Нам будет приятно их прочитать, вступить с вами в дискуссию, ну и таким образом вы, безусловно, поддержите наш канал, вдохновите на выпуск новых свежих роликов. А я желаю всем удачи, будьте здоровы и счастливы. До скорой встречи. Пока.